Кстати, друзья, в Варшаве очень много всяких разных национальных блюд, ресторанов. Это совсем не центр, но есть грузинский ресторан. Давайте зайдем и посмотрим, как у них там цены, вообще так обстановка. Встречает вас такая вот шапочка, грузинское вино, рог изобилия. Кстати, здесь говорят по-русски немножко. Сама кухня находится в соседнем помещении. Такие национальные одежды. Ну, самое интересное, конечно же, здесь цены. Такая большая тарелка, сет, 139 злотых, это 2600 рублей. Ну, средняя цена за блюдо 300-400 рублей. Вот здесь вот хачапури, видите, прям по-польски написано. Хачапури. 23 злотых, 25 злотых. Кстати, друзья, в ноябре, когда здесь был курс 1.6, за злотый был намного дешевле. Сейчас все нужно умножать практически на 2. Российский рубль опять улетел. Евро, я так думаю, скоро будет 100 рублей. Это еще один плюс к заработкам в Евросоюзе. Вот. Ну, здесь вот всякие разные картошечки, хинкали, грузинские долма. По-польски это толма. Такие цены, друзья. Открывайте свои рестораны в Евросоюзе и зарабатывайте в твердой валюте. Я думаю, ресторан такой будет стоить, ну, 1100, наверное, евро. По загруженности сказать ничего не смогу. Такое вот место. Ну, там дальше соседнее здание, туалет. Соседнее помещение, туалет. Все так не очень большое, но, я думаю, выгодное. Здесь, видимо... О, кухня, кстати, кухня внизу. Вегетарианское лобби выглядит очень аппетитно. Такая плюшечка. Кстати, лимонад. Первый раз такой вижу грузинский лимонад. Наверное, для экспорта импорта.